Всех рада видеть на своем канале. Сегодня очередное видео. 7 ужинов. Первый ужин у нас вот такие котлетки домашние, ашановские неплохие. Гарнир будет макароны Барилла. Котлетки жарятся, варятся. У нас есть свои огурцы луховицкие, закрывали. И порежу кольцами лучок и черный молотый перец. Вот такой первый ужин получается. Огурчики не переживайте, я сейчас положу в салатницу себе отдельно. Второй ужин у нас курочка. Сейчас буду запекать в духовке на противне и, наверное, сделаю пюре сегодня. Сметана, соль и вот такая приправа. И в духовку на, наверное, 50, ну, в зависимости от готовности. 50 час минут, кто-то 40 минут жарит. Ну, 50 минут так в среднем. Все, поставила картошку отваривать, а потом сделаю пюре из нее. Картошку слили, она сварилась в микроволновку. Кружка молока, да, на 2 минуты. Соль, сливочное масло, толкушка и вперед вам в помощь. Вот такое получается пюре. Добавляем сливочное масло, видите, оно тает даже. Можете добавить лук жареный, кто как любит. Может, укроп, кто чего любит. И не надо никакой покупной порошок. Вот домашнее пюре. Вот такая вкусная получилась курочка, аппетитная. Всего 50 минут. Да, я понимаю, жирно, но пока мы не на диете. Вот второй такой ужин. Это порция мужа. Приятного аппетита! Третий ужин у нас рис. И разделываем замороженную уже. Она разморозилась, скумбрия. Третий ужин. Почистили скумбрию, посолили, кто любит лук. И на 15-20 минут она, скумбрия, быстро запекается. Можно жарить. Вот такая приправа для рыбы. Ну, понятно, что голову, когда разделываете кишки, вот это все, хвосты. Вот. И на 15-20 минут в духовочку. 20 минут, и получилась вот такая ароматная скумбрия. У кого-то 15, в зависимости у кого какая духовка. Вот такой третий ужин. Приятного аппетита! Замариновала мясо, сейчас буду насаживать и жарить шашлычник. Жарится индейка, вот первая партия, но почему-то индейка дольше жарится, почти уже полчаса. И вот только вот на 25-30 минут начала подрумяниваться. Вот, ну, через 5 уже, я думаю, будет готово. Свинина быстрее жарится. Электрошашлычник. Без масла, без всего. Вот такой получился шашлык. Сейчас еще 3 шампура жарится. Вот такой четвертый ужин. Шашлык индейки, бургур разогрела в сливочном масле и болгарский перчик. Суп сегодня будем варить необычный. Вообще, должны были куриные, но будет вермишель отдельно вариться. А лук, морковь пережаренная. Вместо курицы грибы, муж захотел. Вот еще вермишель остался. Все покажу в процессе. Морковка с луком пожарилась. Макароны отварились отдельно, я храню. И сейчас закипает вода, соль, перец, горошком, лавровый лист и грибы. И зелень, как бульончик будет. И вот такой получился супчик. Вермишель отдельно. Сегодня у нас на ужин крабовый салат, огурцы, вот такие палочки, сладкая кукуруза, 2 яичка и зелень, и майонез. Вот такой получился крабовый салат. Кто с маслом, кто с майонезом, кто сметаны любит есть. Приятного аппетита!
Шестой ужин. Вот такие бифштексы с сыром. Буду жарить, первый раз их берем. И мексиканская смесь. Муж не ест из-за того, что здесь фасоль. Он будет вермишель. Я много для супа наварила вермишели. Вот такая смесь получилась. И дожариваются котлетки. Вот такой шестой ужин. И седьмой ужин у нас королевские креветки. 50 на 70 брали в перекрестке. Здесь больше килограмма. На подсоленную воду я кинула. Вот они варятся. Все, отварились креветки. Сейчас всем буду накладывать. Кто будет с соевым соусом, кто с майонезом. Ну, неплохие такие креветочки. Вот такой седьмой ужин. Там порция мужа. И я себе налила соевый соус, чтобы макать. Я обычно люблю маленькие креветки, поменьше. Но эти крупные, какие были. Вот. Спасибо вам за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Всем пока-пока.